Мы сейчас будем такую рыбку собирать этой ручкой. Давай, соберешь эту рыбку. Оп! Сейчас мы ее разломаем. Разберем этот пазл. Вот. У нас получились такие детальки. Они с номерами. Тут даже можно циферки изучать. Давай. Изучаем циферки. Вот. Где же у нас циферка какая? Один. Один. На мордочке, да? А это какая циферка? Два. Два. Правильно. А цвет? Какой цвет вот этой вот детальки? Синяя. Голубая. Голубая скорее, да? Она светленькая такая. Так, а теперь надо... Какая циферка после двух? Три. Три. Правильно. Вот так. Три. Молодец. А теперь надо... Какая это циферка? Четыре. Пять. Вот она какая, пять. А потом, знаешь, какая цифра идет? Наверное, шесть, да? Шесть. Как-то ее надо положить. Это, наверное, не шесть. Нет, это не шесть. Это, наверное, другая циферка. Вот. Нет, на вот так вот сюда, наверное, хвостик идет. Шесть. Шесть. Теперь надо... Десять? Семь. Семь. После шести идет семь. Вот синенькая какая. Семь. А потом идет... Восемь. Восемь. Правильно. Какой это цвет? Какой-то коричневый, да? А я после восьми идет циферка. Девять. Девять. Молодец. Тоже зеленый. Видишь, разных цветов. Зеленый. Такой зеленый, такой зеленый. Потом десять. Потом десять. Молодец. И одиннадцать. И одиннадцать. Одиннадцать какой цвет? Розовый. Розовый. Ой, какая красивая рыбка. Всех цветов у нас, да? Пока. Пока. Подписывайтесь.